Номинантами на премию имени Андрея Сахарова в этот раз стали конголезский врач-гинеколог, азербайджанская правозащитница и украинское движение «Евромайдан». Лауреата выберут члены Европарламента 16 октября, а 26 ноября в Страсбурге состоится церемония вручения. Врач-гинеколог Дэнни Мюквеге лечит жертв насилия и является основателем специализированной клиники в Конго. Лейла Юнус – азербайджанская активистка, защищающая права человека и права этнических меньшинств у себя в стране. Движение «Евромайдан» представляют певица Руслана Лыжичко, а также журналисты Мустафа Наем, Татьяна Черновил и активистка Елизавета Щепетильникова. Премия Сахарова основана в 1988 году. Ее присуждали Нельсону Манделе, советскому диссиденту Анатолию Марченко, членам российской правозащитной организации «Мемориал», Международной организации «Репортеры без границ», Белорусской ассоциации журналистов.